Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Улыбка, и сегодня мы продолжаем играть в Case Animatronics. А, зачем я делаю тише, вы все равно не слышите звук игры. Короче, в этой серии мы должны пройти игру до конца. Так? Так. Короче, как я помню, мне надо попасть в архив. Да? Как это сделать? Там у меня вроде бы есть отмычка, мне нужно просто туда добежать. Но! Не все так просто. Мне нужно... Значит... Ладно, давайте я начну игру, и пока буду все это говорить, пойду заряжать планшет, сбегаю. Короче, и все такое. Так. Почему он там стоит? Мать твою! Ты кто? Кто это был? Ёб твою мать! На первых же секундах, как говорит скример. Вы тоже обосрались, да? Наложили каких вещей там? Да. Кто здесь? Так. Все. В общем-то, сейчас я чуть-чуть отошел и могу рассказать, что мне надо сделать. Сейчас, пока мы ждем, пока заряжается планшет, мне нужно попасть в архив. Короче, для этого мне нужно, как я понял, включить душ, чтобы этот волк туда прибежал. Потому что он там стоит, и он оттуда никуда не уйдет. В общем-то, я включаю душ, залезаю в тот ящик, который стоит рядом, и... Оттуда я должен убежать, получается, в этот. Оттуда я должен выбежать. Ну, из ящика я выбегаю и должен добежать сразу же до архива. Пока тот волчара еще не оклемался, что ему надо сделать. Ну, то, что его забайтили ему. То, что он не оклемался. Короче, минус такой. Здесь кошка, как я понял, вышла наружу. Наверное. В общем-то, после того, как я... Ну, ладно, не буду говорить. Короче. Нам нужно ждать пока что, пока зарядится... Аккумулятор. Ой, планшет. Короче. Я пока что расскажу, что будет после того, как мы пройдем эту игру. После того, как мы пройдем эту игру, я удаляю вот эту самую игру. И буду снимать всякие прикольные, ну, всякие... Игры, которые найду в Play Market, которые будут смешными. Я буду записывать, ну, записывать видео по этим играм. И буду потом делать по ним приколы. Ну, в общем-то, баги находить там, всякие приколы, все такое. Ну, буду стараться, в общем-то. Вместо интро, интро я уже перестал вставлять, потому что, ну, слишком долго его вставлять, во-первых. Во-вторых, это... Просто, ну, не такого. Ну, долго все его отматывают, ну, перематывают, точнее. Потому что уже знают наизусть, что будет дальше. В общем-то, вместо интро я буду, ну, в общем-то, увидите, что будет вместо интро. Так, попадите в архив. Так, мне вот интересно. Я никого не слышу. А кто на меня в прошлый раз напал? Сова? Но она же там стояла. Может, это из-за того, что я
Не знаю. Нет, я что-то слышал. Кошка идет. Это как кошка, потому что это не волк. Волк стоит и контролит, чтобы я не дошел до архива. Так, она пошла в диспетчерскую, как я понял. Блин, у меня вот... Я вот наигрался в Identity 5. И вот всегда, когда я слышу такой звук, ну я такой вот... Отвлекаюсь там, пока... Ну там, вы знаете, там генераторы надо заводить. И вот... Когда я, ну, смогу отвлечься, там, смотреть по сторонам, типа, смотреть в окно у себя или в игре смотреть на этот, как его, смотреть, искать, где маньяк. Так, сейчас кошка уйдет из диспетчерской, она пойдет ко мне, по сути. В общем-то, вот так. Ага, идет. В соседней комнате. Сейчас ко мне зайти должна. Да. А, нет, не ко мне она пошла. Видите, это кошка, это не волк. Ебать, ты что, охренел? Это сова. А что мне делать? Уходи. Это сова. А там кошка была. Я четко видел. Блин, какая она красивая. Фу. Это сыкотно было на самом деле. Но кошка почему-то подозрительно ушла. Мне кажется, мой планшет уже зарядился, но я сыкую выходить. Чуть за звуки. Это как сундук в Фортнайте звучит. Вот такой же звук был. Так. Блин, опять идет. Только хотел выйти. А, нет, он туда ходил. Вон, видите, он вдалеке там стоит, вот тут. Ага, она к нему пошла. А где сова? Так, мне надо сюда, это я понял. Но мне надо на самом деле вот сюда. Нет, не сюда. Мне надо... Вот... Как-то объяснить-то. Мне надо подождать, пока кошка куда-то уйдет. Мне надо найти, как она ходит, точнее. Ну, надо понять ее круг хождения. Опа. Сова. Видите, какая она классная? Ёбану мать. Кошка где-то здесь. Сейчас будет мурлык. Мурлыканье слышно будет. Или нет?
сова, свали отсюда, меня тут нет. Ты уже тут меня проверяла. Кошка идет. Да. Кошка идет опять. По вентиляции ползет где-то. Если я буду под столом в планшете сидеть, они меня будут видеть? Ни хрена, вы видали? Супергеройское приземление. Она вот тут вот. А где кошка? Фух. Чё сидеть-то? Под стол, мать твою! Да под какой-нибудь. Что это за внеплановое хождение, слышь? КТ! Ага. Угу. Давай ты полезешь в вентиляцию, я посмотрю на это. Нет. Уползла уже. Так, надо как-то... Походу, диспетчерскую там дальше. Так. Блин, я пытаюсь рассчитать, как мне надо перебежками ходить. Ты как там оказалась? Блин, я не могу. Как это пройти? Ну, благо у меня теперь планшет будет заряженный. Так. Фу. Сова в ненужное время, блин, попадается, сука. Я в один момент даже подумал, что я не могу пройти эту игру. Я не смогу, я обосрусь, я рип. Фу. Фу.
Так. Сейчас я чуть-чуть отойду, ребята, и мы продолжим играть. Это вам не на ПК играть, когда опять сова. Нет. Так, как я понял, она поползла в B1. В ту комнату, где там Бен, мой кабинет, там все такое. О, мы можем посмотреть, кстати, как зовут героя главного, но мне это не интересно. А, Бишоп. Вспомнил по разговорам того петуха из телефона, который пытается нас убить. Фух. Окей. Кошка. По вентиляции бегает где-то. Она ушла куда-то назад, получается, в С2. Нет, подождите, она где-то... Она в комнате с синим индикатором высадилась, короче. Десантировалась. Супергеройское приземление. Я, наверное, ролик так и назову. Супергеройское приземление кошки. Не, она реально так эпично прям встала. Вообще. Окей. Сыкотно, ребят, сыкотно. Вот теперь мне действительно неохота выходить чисто из-за того, что я не хочу скример увидеть. Я так обосрался, ну блин. Сова прям в ненужные моменты появляется. Так, ну мы знаем, что ближний ящик к стене открыт, значит, можно все-таки этот. Как его? Опять ползет где-то. Так. В Б1 поползла. Ага. Прям вот тут вот справа. Слева высадилась. Сейчас сюда пойдет. Или нет? Судя по звукам, она пошла в диспетчерскую. Она должна либо по вентиляции опять залезть и поползти опять в архив. Очень страшно. Да вот она возвращается со стороны холла. Куда пойдешь дальше? В раздевалку пойдешь чекать? Я хочу на тебя посмотреть. Она дверь открыла. Дверь с синим индикатором открыла, я прям слышал. Тут-тук! Ушла в комнату с красным индикатором. Или нет? Да. В комнате с синим индикатором. Я хочу, чтобы она в склады ушла. Ну хватит тут шастать, ну иди в склады, пожалуйста. Нет, я боюсь, я потому что знаю, что она... Так. Она ушла в Б1. Блин, нет, все-таки она была в складах, походу.
рядом стоите. Я еще не до конца научился разбираться в своих наушниках. Нет, она пошла в диспетчерскую. Вот это я знаю точно. Да, ну, в принципе, я... Вот это, ну, хорошие наушники, можно понять прям спереди, сзади, справа, слева. И она сейчас впереди, справа, в холле. Прям впереди. Слева в комнату зашла. А нет, стоит просто. А, винту открыла, точно. Так, уползла. Куда-то. Сейчас все будет. Справа, где-то сзади. Где-то комната с красным. Вот так. Это уже галлюцинации, да, пошли? Она видела меня, походу. Фух. Он опять дверь откроет. Собака ты сутулая. Это называется, понятно? Контрольная точка ноль. What the fuck? Контрольная точка ноль. Что это значит? А до этого был один, до этого два. О, мне сыкотно в это играть. Фух. Фух. Ну, вы поняли, короче, суть, да? И одной серии это все не закончится. Короче. Я думаю, на этом я закончу. Фу, на этом я закончу. Уже 23 минуты, а я ничего просто не сделал. Вообще ничего. Это пиздец. Короче, следующая серия начнется с того, как я попаду в архив. И только с этого. Я попал в архив, начинается запись. Это прям пиздец, сыкотная игрушка. Короче, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. А ролик выйдет часов в 9 или в 8. Короче, всем пока.